Еще раз показываю видео о четочках афонских, а именно, ух ты, запутались ниточки, это следующая четка идет, следующая четка вот будет такая вот, с таким разделением, четочка вот такая вот она, на 100. Таким крестом, здесь нитрочка, крест, игуменья горы Афонской, и святой Пантелеймон целитель, кисточка, вот, и разделители вот такие вот. Особенность, покажу еще раз эту особенность, я когда-то показывал, особенность в 4 нити плетения, показываю вот. Если будет видно, вот она растягивается, тяну на всю, все, казалось бы, она так и останется, но нет, просто можно сделать так, немножко как бы неаккуратно, раз, и она на месте становится. Вот плетение в 4 ниточки позволяет именно тому, чтобы они были такими. Чем еще удобно? Тем, что, ну, у кого, например, пальцы большие и неудобно, немножко потянул себе вот такое расстояние и пошел молиться там, Кири Иисус Христе, Лесами, Господи Иисусе, помилуй грешно. В общем, такое вот. Многих тех, кто на Афоне, ну, как бы знает меня и продавал я эти четки, показывал им это все. Они как бы не верили. Стояли вдвоем вот так вот. Растягивали их полностью. Ну, сейчас покажу. Вот, беру за крест, беру за это. И растягивается полностью. Вот они как бы в таком состоянии. Потом можно сделать, может быть, не совсем и красиво, но зато показывается. Все, они на месте стоят. Ну и немножко долговечные, они, ну, не так, так сказать, изнашиваются, стираются, да. Ну, вот такое вот произведение по благословению и духовника, и старцев афонских. Кому интересно, телефон внизу по описанию. В описании заказывайте. Все, с Богом, до связи в следующих видео. Еще раз. Крест вот такое. Плетение вот так вот идет, разделители такие, такие. Сейчас следующая чуточка готовится, где она, вот, будет такой разделитель, тоже крестовый, крестик, ну и соединители, 4 нити идет, вот. 4 отсюда, 4 отсюда. Всего, конечно, много ниточек. 12 метров. Ладно, все. До новых встреч в эфире. Работаем дальше.